24 января природоохранная прокуратура провела очередную проверку после того, как жители Приокского пожаловались на качество воздуха. Подобные обращения – не редкость для контролирующих органов. На этот раз поводом для беспокойства горожан стали не только специфичные неприятные запахи, но и массовая гибель птиц в районе. Загрязнение атмосферного воздуха люди связывают с деятельностью завода «Технофлекс». На жалобу рязанцев отреагировала природоохранная прокуратура. К инициированной надзорным органам проверки привлекли и другие контролирующие службы – Росприроднадзор, санитарных врачей санэпидемнадзора, экологические лаборатории. В ходе этой проверки будут отобраны пробы воздуха на источниках выбросов загрязняющих веществ на работающем предприятии. Также будут отобраны пробы воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия, на границе санитарно-защитной зоны, в зоне ближайшей жилой застройки или садовода дачных участков с подветренной стороны. По результатам проверки и лабораторных исследований будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования. Напомню, завод «Технофлекс» уже не раз штрафовали за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.